Друзья, всем привет! И вы на канале «Мой сад, моя гордость», и с вами Елена. Хотела немножко показать вам красоты. Как посмотрите, уже сад начинает преображаться, потеплело, и посмотрите, как все начало одеваться. Вот. Сегодня 17 мая, я снимаю вечером. Ну и также хотела вам показать растения, которые хотела вам предложить. Кто еще не приобрел, может еще приобрести. Вот, поэтому буду вам показывать и немножко красоты, и в то же время растения, которые есть. Смотрите, как начала просыпаться анемона японская. У меня их несколько саженцев. Посмотрите, какая прелесть. Так. Там я выставила свои крупнолистные гортензии в рядочек. Сегодня еще высаживала однолетники, сажала по горшочкам, по лоточкам, ну, в общем, всего помаленечку, также в подвесные горшочки. Вот что-то еще пообрезала, чтобы все кустилось. Здесь высадила ряд колиусов. Вот. Разрастется, будет очень красиво. Посмотрите, как уже вылез папоротник. Страусник. Многие спрашивают у меня его. Но я, конечно, откапываю. Кто спрашивает, я отправляю. Но вот так вот он уже выглядит сейчас. Гибискусы сирийские сюда я выставила. Содержу я их в горшках, а зимой они у меня в подполье. Так, ну давайте, буду потихонечку показывать вам. Смотрите, мои хорошие, вот такая вот гипсофила есть в продаже. Литровые горшочки. Это многолетняя гипсофила, буду вам показывать. Вот, белая, розовая, махровая. Хорошие саженцы. Так, здесь я, кстати, нынче разделила свою спаржу. Это вот добавлять в букеты. Вот она, видите, какая елочка такая. Если в кому-то надо, могу отправить. Хвойники, сосна голубая и ель голубая, то есть есть в продаже вот такие хорошие саженцы. И там у меня немножко осталось, это сосна горная, если в кому надо, можете заказать. Также туя, випкорт, даника вот такая шариками, то есть она низкорослая. То есть очень красиво будет. Бузина. Ой, бузина, бузульник. Вот тоже их немножко осталось. Это карликовый сорт Пандора. Друзья, в прошлом году себе высадила тоже обязательно куда-нибудь для альпийских горок. Низкорослая, с мелкими цветочками, но очень красиво смотрится. Вот. Примулки всякие разные. Многим уже отправила. Махровые саженцы отличные. Просто отличные. Смотрите. Всякие разные расцветочки. Вот. Смотрите, какая красота. Так. Офиопагон. Кто не приобрел. Тоже очень красивое, оригинальное растение. Так. Что у меня тут еще? Хосточки есть. Это которые пришли, и есть у меня хосты, которые еще просыпаются только в горшках, которые перезимовали. Вот. Есть у меня пасконник. Посмотрите, какие хорошие есть саженцы. То есть, кто любит такие пушистики. Пасконник. Что у меня тут еще? Так. Крушинки. Посмотрите, распускаются после зимы. Лапочки просто. Дельфиниумы шотландские. Вон они, какие хорошие саженцы. Видите? Так. Здесь у меня туя. Випкорт. Вот такие вот красотки. Посмотрите, какая необычная. Тоже куда-нибудь в альпийскую горку или еще куда можно приспособить. Вот такая лапочка необычная. Так. Пришли гортензии мне, это металлика. Если в кому надо, могут заказать металлика и самарская лидия.
Гортензии. Вот такие уже хорошие-хорошие саженцы. Тоже примулки. Там у меня бузина черная. Вот она вся живая. Посмотрите, видите? Кровохлебка карликовая. Вот такая вот красоточка. Так, что еще я вам... Кстати, бузульник есть. Буквально несколько саженцев с прошлого года. Вот они уже просыпаются. Видите, лапочки. Гордон конфетти. Если кому надо, то есть в прошлом году их очень хорошо брали. Вот. Также есть мордовники. Это шишечки такие синие. Вот, тоже просыпаются после зимы. Вероника. Вероника есть синяя, есть розовая, есть карликовый сорт, есть повыше. Так. Кампанелла. Кампанула. Саманта. То есть это низкорослая кампанула с синенькими колокольчиками цветет. Фотографии буду вставлять, конечно. Гейхера, гейхерелы. Так, там у меня просыпается, это анемоны ветреные. Если в кому надо, могу отправить. Анемона ветреная тоже очень красиво смотрится, но ее нужно, как сказать, контролировать в плане того, что она немного агрессор. Вот, если будете ее, как говорится, в одном месте содержать, там либо в каком-нибудь горшке, либо, то есть, ограничивать ее нужно. Так. Здесь у меня эхинацея белая. Эхинацея белая моя, которую я показывала. Очень красивая, как ромашки крупные. Вот они, видите, хосты просыпаются. Вот они в горшках. Отлично смотрится. Очень красивые расцветки будут. Ну, понятное дело, фавориты моего сада – это василисники. Вот такая вот красота. Так, здесь у меня армерия, два сорта, то есть малиновые и беленькие. Вот такие вот хорошие, сейчас покажу вам саженцы. Посмотрите, какие просто отличные. Ну, пойдемте в другое место, я вам сейчас буду показывать. Так, в этом месте у меня клопогоны. Хорошие, мощные саженцы просто. Посмотрите, которые в этом году будут цвести уже. Двухлитровые горшки. Посадил, так посадил. Так, ромашка. Ромашка у меня здесь, луна. Вот такие хорошие саженцы. Это литровые горшочки. Очень красивая ромашка. Так. Это кермек. Вот их. Осталось всего ничего в лотке. Кермек татарский. Так. Раджерсия. Тоже посмотрите, какие хорошие саженцы. Очень красивые. Брунерочки вот такие вот уже цветут. Что-то камера сфокусировать не может, конечно, нормально. Вот такая вот красота. Немножко осталось морозников, но морозники еще придут. Так, перовские вот такие саженцы, перезимовавшие. Ромашки. Плюшевый мишка, ромашки гигант. Это ромашки с моего сада, которые, кто смотрит, наблюдает мои ролики, да, видели, какие ромашки красивые. Вот, разделила. Многим уже отправила. Печеночницы. Первоцвета, это синяя печеночница. Саженцы тоже очень хорошие. Ну, вот так вот.
Сейчас пойдем в другое место. Ну вот, немножко вам красоты. Так. Надо еще разделить брунерочку вот такую с варигатным листом. Наверное, займусь этим завтра. Посмотрите, как уже вылезли василисники, от которых вы все пищите. Вот они проснулись. Так. Да, камера не фокусирует. Распускаются тюльпаны, морозники, прострелы. Красота. Посмотрите, как зацвели морозники. Ну вот сейчас немножко получше, но не знаю, надолго нет. То ли с телефоном, что у меня. Посмотрите, какая красота. Попробую собрать семена. Попробую, конечно. Но посмотрите, зацветает купальница. Сейчас подойду я к ней. Посмотрите, какая лепота. Саженцы у меня есть. Кто еще не заказал, могут заказать. Купальница цветет намного дольше, чем обычные огоньки лесные. Вот такая вот красота. Аквилегия цвет набирает девочка. У меня их тоже несколько видов. Есть карликовые сорта. Смотрите, какие. Примулки. В прошлом году, кстати, я высаживала вот эти примулы, которые я вам предлагаю. Здесь у меня герань-балерина. Я показывала, как она цветет. Кстати, есть у меня несколько саженцев. Вот таким она шариком цветет. И такими сиренево-розовыми большими крупными цветочками. Очень красиво. Так. Махровый, посмотрите, какой нарцисс. Ну как без первоцветов, согласитесь? Тюльпаны. И это еще не предел. Смотрите, какая красота. Сейчас поливали. Как они красиво смотрятся. Так, ну, пойдемте дальше. Кто-то спрашивал у меня, Лена, как перезимовала перовские. Нормально перезимовала, хорошо. Вот она полезла, видите? Вот она полезла, перовские. Вот он, вылез мордовник, который я себе в прошлом году посадила. Тоже, ну как без такой красоты? Здесь я посадила дуболистную гортензию. Это новиночка. Ну, здесь у меня тоже всего-всего-всего. Значит, давайте начнем. Есть у меня жемчужины. Два сорта, кстати, жемчужина. Махровая, полумахровая. То есть, ну, они обе красиво смотрятся. Я показывала в своем саду. Тысячелистники. Тоже ярко-малиновые и желтые. Очитки. Посмотрите, какие хорошие саженцы. Вот. Здесь у меня несколько кустов. Нынче разделила я аконит.
еще раз разделила. Один саженец, кстати, разделила котовник. Вот они, купальницы, если кто не заказал. Хохлатка зеленая, синенькими колокольчиками. Вот клематис манжурский. Посмотрите, какие хорошие кусты, друзья. Вот, это клематисы у меня остались с прошлого года. Здесь у меня княжики, потом тайга клематис. То есть это то, что я черенковала в прошлом году, которые у меня были в прикопе. Вот, вот такие они уже вымахали, стояли в теплице. Так, это что у нас? Это тоже вероника розовая, которая повыше идет у меня. Так. Дербенник есть. Здесь у меня... Здесь у меня саженцы буквиция. Очень красивое, оригинальное растение. И цветет достаточно долго, друзья. Так. Эреморусы. Вот их осталось немножко, лоточек. Это я делила свой эреморус. Ну и, понятное дело, гортензии. Если в кому интересно, то есть пишите в WhatsApp, Viber. Я вам скину список гортензий, которые у меня есть. Вот. Также здесь у меня гейхеры, гейхерелы. То есть посмотрите, каких только расцветок нет. Всякие разные. Так. Бересклеты. Два вида у меня. Ну, вот такая вот красота. Заказывайте. Площадки у меня нет, конечно. Места у меня мало, поэтому приходится то туда, то сюда расставлять эти ящики. Как-то так. Ну и все, мои дорогие. Буду заканчивать свой видеоролик. Здесь у меня, конечно, очень много саженцев декоративных, кустарников, спиреи, пузыроплодники, барбарисы. Вот. Что там еще у меня? Калина бульдонеш есть. Вот. Спиреи несколько видов. Вейгелы есть. Айва японская есть. Это вот то, что уже хорошие саженцы. Где-то даже двухгодовалые. Заказывайте. Ну и буду с вами прощаться. До новых встреч. И всем пока-пока.